Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ. И сегодня я открываю еще один шарик Лол, потому что сейчас 10 января, и у меня день рождения. Мне исполнилось 11 лет, и мне родители подарили вот этот шарик Лол. Давайте его открывать. Так, по молнии, сразу говорю, не очень хорошо открывается. Так, посмотрим. Так, подсказка. Так, это подсказка. Так, сейчас посмотрим. Тут написано, я не знаю, но это как-то модно, что ли, означает какая-то модная. Так, это важно. Так, сейчас тут подцепим. Так. Так. Открываем дальше. Шарик. Так. Так. Здесь можно еще вот снизу подцеплять. Так. Это... Так. Теперь у нас подсказочка, вот она, что может делать куколка. Положим сюда. Так, теперь у нас это уже будет третий слой, там у нас должна быть бутылочка. Вот. Так, там должна быть бутылка, по которой мы узнаем, какая нам попадется куколка. Так, вот пакет. Ой, не падайте. Так, открываю. Там у меня новенькая бутылочка. Такая черная с белым. Так, откроем следующий слой. Там должны быть ботиночки, там обувь. Сейчас откроем. Так, вот, получается. Посмотрим, какая будет обувь. Так, я пока положу. Так. Вау, какие туфельки! Кажется, я знаю, какая это куколка. Я ее как раз и хотела. Вау! Так, откроем этот пятый слой. Сейчас посмотрим наряд. Так, я потом вам покажу, как там можно их ставить на шарик, этих куколок. Сейчас. Ой. Да, я знаю такую куклу. Я ее как раз и хотела. Это такой манекенчик. Вот ее наряд. Открываем шар. Так, здесь у нас больше пакетов, потому что это какая-то... якобы редкая куколка. Сейчас откроем ее. И вот эта кукла. Вот эта красивая девочка. Вот она такая миленькая. Красивенькая. Так, посмотрим ее аксессуары. Потому что я... Вау! Вы посмотрите, какое маленькое ожерелье! Что я даже не могла прощупать пакетики. Вау! Какая интересная кукла. Очки! Еще и очки у нее есть. Вау! Такого я не ожидала. Еще что-то. Вау! И диадемочка. Круто! Так, давайте ее оденем. Так, вот наша куколка. Сейчас я вам... Сначала покажу вкладыш, какая нам попалась кукла, а потом я подробнее про нее расскажу, как этими куклами там надо играть, обращаться. А потом мы ее напоим и искупаем. Так, вот наша кукла. Ее зовут IT Baby. Она у нас редкая. Вот она из гламурного клуба. Такая красивая. И... Вот на этот шарик, на этом шарике есть отверстия такие.
это для ее ножек. То есть мы можем вот эту нашу IT Baby поставить, и вот она будет стоять. Это как подставка ее. Что такое вот это? Это такая как ручка для шарика. То есть мы, например, можем нашу куколку положить туда и пойти к подругам в гости с этой куколкой. Вот так вот, как с сумочкой. Вот шарик там обратно собирается. Ну, смотрите, еще я вам хотела показать, что вот этот люк, как, который открывается, там есть как будто кусочек пиццы. Вот ей можно положить, и она как будто ням-ням-ням будет его кушать. Домик это вот. В домике ее, это как вторая часть шарика, есть отверстие для бутылочки. Мы можем вставить туда бутылочку и положить куколку. Это как ее домик. А другая часть, это как ее ванна. Туда можно наливать воду. Но я туда не очень хочу наливать воду, потому что она там может выливаться. И там только до вот этого определения надо набирать воду. И это, ну так, для меня это мало. Так. В принципе, это у этих шариков все. Ну, кукла, я говорила, могут менять цвет. Вот, например, если наша кукла меняет цвет, надо вот будет... Вот тут два сюрприза. Вообще, может быть, один только сюрприз, я не знаю. Вот надо, например, если менять цвет, то наклейку меняет цвет наклеить. Если плюется, то плюется. Если писается, то писается. Если плакает, то плакает. И сейчас мы проверим, что делает наша кукла. А если что, если вы, например, что-то не поняли или не знаете, вы можете взять вот эту вот бумажку, и там все показано, как с этими куклами обращаться. Так, сейчас я пойду за водой. Так, наша кукла, сейчас мы проверим, что она делает. Так, набираем водичку. Сейчас она его... О, мне вот так легче, чтобы она набирала ее. Так, сейчас. У нее голова смелась. Так, она у нас плачет, посмотрите. Прям такими слезами, как будто у нее прям непонятно, что случилось. Ой, прям плачет, плачет. Вот такая у нас куколка. Цвет она не меняет. Да, цвет она у нас... Так, вот она у нас плачет. Надо вот так показывать, а то вода льется. Так, и сейчас мы обозначим, что она у нас плачет. Вот она у нас плачет, но цвет она не меняет. Вот она у нас только плачет. Вот такая хорошенькая куколка мне попалась. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!